Здравствуйте! В этом уроке мы с вами разберем, как сделать вот такое вот интро вашего логотипа в программе Adobe After Effects. Итак, по ссылке в описании вы можете скачать уже готовый проект абсолютно бесплатно. И когда вы откроете этот проект, он будет смотреться примерно так. Все, что нам нужно сделать, это изменить логотип, а также изменить подпись. Итак, внизу у нас есть секвенция Logo Here. Мы открываем эту секвенцию, и на место этого логотипа, который у нас сейчас в проекте, нам нужно поставить свой логотип. Для этого здесь в панели Project два раза нажимая мышкой на пустое место, открывается проводник, и нам нужно выбрать логотип. Нажимаем «Открыть». Логотип у вас должен быть в формате PNG, то есть с прозрачным фоном. И сейчас с панели Project, Project мы перетаскиваем этот логотип на секвенцию и ставим выше нашего предыдущего логотипа. Удаляем нижний логотип. Также мы можем изменить размер нашего логотипа уже в проекте. Для этого нажимаем на вот такие вот стрелочки и в пункте Scale увеличиваем масштаб. Например, до такого вот размера. После этого нажимаем на Render Me. У нас уже изменился наш логотип, и сейчас нужно изменить текст. Нажимаем на текст 1 и прописываем наш текст. Например, подпишись на канал. Также мы можем изменить шрифт нашей подписи. Выбираем шрифт, который нам нравится, например, такой. И если мы хотим изменить его цвет, то мы выбираем Main Controller. Вверху выбираем панель Effect Controls. И у нас здесь есть абсолютно все настройки цветов. Text Color мы можем изменить на цвет, который нам нравится. Например, какой-то синий. Также вы можете изменить цвет заднего фона, например, вместо белого поставить красный, изменить второй цвет заднего фона, например, синий, то есть поиграться с цветами. В стандартном варианте, мне кажется, смотрится очень красиво. После этого нам нужно зарендерить это видео. Переходим в пункт Composition, Add to Render Queue, и сейчас в пункте Output Module мы выставляем QuickTime, Format Options и можно выбрать GoPro Cineform Quality, то есть качество 4 или 5. Окей, окей. И Output To мы прописываем, куда мы хотим, чтобы наше видео зарендерилось. Например, на рабочий стол. И сделаем подпись Intro. Сохранить. После этого нажимаем на кнопочку Render, и наше интро логотипа готовое. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на канал. Также в описании будет ссылка на донат. Если вы поддержите канал, будет очень приятно. Желаю вам хорошего дня.